Продолжаем играть Divinity. Сделал небольшую паузу. Перерывчик. И можно еще часик поиграть. Мы сейчас на кладбище где-то тут находимся. По атмосфере это прям как Diablo 3. Не знаю. Так, давайте продолжим. Мы тут нашли чью-то ногу или руку. Давайте скушаем ее, что ли. Ого. Так, это типа доказательство того, что этот человек не очень хороший, этот колдун этот. Нам надо сюда. Нам надо помочь женщине. Правда, не знаю, смогу ли я это сделать. Типа. О. Что за место? Интересно, интересно. Хотя, может быть, я и был тут, честно говоря. Может, я и был тут. Уже с трудом припоминаю, где был, а где не был. Ну что, попробуем? Попробуем. Если я расфигачу этот забор, кто-нибудь будет против? Вроде всем пофиг. Ну, такое не слабое. Тут их несколько, этих исчадий. Оно не одно здесь. Ну, давай попробуем. Давай попробуем, сейчас сохранимся. Наверное, лучше всего наседать всем на одно, короче, потом на другое, там, на третье и так далее. Попробуем вообще незаметно подойти. Их три, да, их точно три, как минимум.
А, их 4? А, нет, 3. Блин, хотел первым атаковать. Броню сняли. Ну чё, кого будем бить? Вот этого? В первую очередь. Чего у него там еще? Броня еще осталась. Плохо. В смысле? Ладно, давай-ка этому тогда его. Ну да, нормально. Сюда. Маша там этого пацана не промах. Ого, да она его вынесет сейчас сама. Так. Yes.
Ладно, давай этого добьем, потому что он ближе. Еще один высрался, блин. Капец. Ну ладно, ничего, сейчас мы справимся. Ах, вот так вот. Ты сколько ты можешь там плеваться? Сколько у него ходов, блин? Сколько у него ходов было? Не слишком ли много? Приз получен. Мост над бурными водами. Вы заслужили тег «Герой». Теперь вам будут доступны особые геройские варианты действий и реплик.
Отойди ты, отойди, блин. Что ты горишь там, блядь? Хила, блин. Какого нахер хила? Он бы еще сдох тут. Ну, бой был не сложный вообще, да? Мне не особо нужно было, ну ладно. Mari flashes a massive horsey smile at you, then winces, her left arm hanging limply at her side. By the seven, that was something. What I tell you? No scratch on me. None that last, at least. Glad my little girl got to see it. Отметить, что она прижимает руку к животу, и спросить, все ли с ней в порядке. А сказать, что вас зовут Сибилла. Рассмеяться. Это вы должны были ее об этом спрашивать. Сказать, что и она задала им отличную трёпку. Стоп, а где он? А, вот этот рычаг. One tear rolls down Mari's nose, falls on the black stubble on Baron's head. She strokes the wet drop away, smiling. Сказать, как вы рады, что они снова вместе. Mari seems oblivious to you. Her eyes are closed, her lips turned in a serene smile as she strokes Baron's head. My boy, my good. Those void woken. Sheesh. Thank the gods everyone is okay.
Сказать, что вы были рады помочь. Сказать, что вам редко доводилось наблюдать такое большое скопление исчадий. Спросить, не знают ли они, что привело сюда этих тварей. Voidwoker must have sensed them. Came in formation like a proper battalion. Never seen anything like it. Сказать, им повезло, что они выжили. Mari looks to Baron and flexes. He does the same back at her. Luck wishes. We're off into town. Best of luck to you, mate. And come say hi if you make your way inside. Блин, надо было арбалет брать. Арбалет там классный был. Я просто думал, что он примерно у меня такой же примерно по силе. Ну нет, там был 29 что-то такое. Сапоги 23. Ну эти сапоги получше, да. Сапоги тоже хорошие, конечно. Так, куда дальше пойти бы? О, гробница Суреев здесь есть. Мне бы на самом деле надо найти было
Лохара этого. Shadows ripple across the slivers, accompanied by heavy footsteps, magister footsteps. Wood creaks above your head. One of them has paused. Your breath catches in your throat as you wait for him to move along. But the hatch is suddenly yanked open. Light floods you, blinding and accusatory. You hear only one gruffly barked word before the hands seize you. Gotcha. History. History. Ключ от чего? Named Loha. With no other prospects, you sign up as a magister, eager for the power denied you all your life. Нифига тут персонажей. Сколько полно. Шаты. Day
Блин, это опять-таки у меня есть это все. Уйти. Сказать, чтобы просто посмотреть. My word, but a pretty thing like you shouldn't look so exhausted. Perhaps you could use a touch of magic. О. Призыв нефтяной капли. Пересадка кожи. Паучьи ноги. Преобразование поверхности. Попрощаться, отойти. Так, давай-ка ты подойдешь, торгуешь. Спросить, что он продает. Safe among friends. Never forget it. You're safe among friends. Never forget it. Ну пока как-то так. Прощаться и отойти.
you're safe among friends. You're a delicate one, ain't you? Hope the smell don't drive you off. Конец диалога. Так. You need supplies? I'd stock up if I were you. It's madness out there. Never seen anything like it. О, тут тоже, блин, есть то, что мне нужно. Раз. Два. Три. Четыре. Блин, какие полезные навыки, кстати говоря. Вот это особенно. Так, уйти. Сейчас, секундочку, надо посмотреть кое-что. Так, надо продать кольца вот эти. Более хорошие, почему они не носят их? О, вот это почему никто не носит? Thank you.
all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. You needing supplies? We'd stock up if I were you. It's madness out there. Да-да-да. Never seen anything like it. Так, продаем ей, во-первых, кольца все эти. Во-вторых, перчатки все эти. Такие. Что я могу купить на это? Давай вот так сделаем. Где? Окей. Уже совсем другое дело теперь. Магистры тут, кстати, не слабые. Не знаю, стоит ли туда заходить. Тут у нас что? We wander and wander, seeking
пока. И Лохра тоже. Чьи это стражники? Интересно. Scratches his head nervously, then chuckles again. He doesn't seem sure what to say next. Hey, shh, keep it low. I don't need magisters crawling up my backside after I just emptied it out. I'll be quiet as a mouse. You bet. Squeak, squeak, squeak. Now go on down. Effie's Emporium's your back for sure. Неплохо.
О, Лохр. Governor, what's your poison then? A sip or a smoke? Сказать, что вы хотели бы для начала изучить весь ассортимент. Take all the time you need. Pleasure doing business with you, Governor. Помахать рукой, разгоняя дым, и спросить, это что, друдены? Just any druid now. Oh no. My own special plans. Further down's the arena, see? And the gladiators are always on the lookout for. An edge. I give them that edge. You could say that my darling herbs flower in the flesh and blossom in the brain. So, if you're interested, Governor, all you have to do is use your imagination. Can I make you blue? Спросить, может ли она создавать смеси с более выраженным отрицательным эффектом? I don't think I follow you there. What are you after exactly? Сказать, что вы хотите победить на арене любым способом. Any means, yes. That's what I was afraid of. All sounds mighty reprehensible to me, Governor. Why on earth would I do such a thing? Чё, охренел? Сказать, что она в это влезет, потому что очень неудобно смешивать травы сломанными пальцами. You can say what you will, Governor, but you ain't convincing me. It's one thing to give these fellas a boost. Poisoning them is quite another. Ладно, не получилось. Так, ну поподробнее изучим это место в следующем видео. Вот. Будем дальше продвигаться по сюжету. Так что всем пока.